Бульк. А, не понял. А, это я, видимо, игру не закрыл. Не, ну давайте. Ладно, сука. Ты тварь сразу. Какой-то червяк. Это, видимо, такой сейф был, что... ну, я игру не закрыл. Ах ты. Ладно, 113, блин. Вот вы душнилы. Я не... Ну... Плохая реакция, что можно сказать? Не успел. А я могу, кстати, пойти побегать, а потом только на этого рыцаря прийти. У нас же по условиям челленджа есть ограничение на количество смертей, правильно только? Ал. Я делал шарлотку, говорит инженер, и мне нужен был стакан сахара. Сможем спуститься? Блин, опасно. Да как так-то? Погнали. Войти, конечно. И сейчас нас будут уничтожать. Вот просто сейчас. Прям вот. Войти, говорю, да, алло. Все. Да. Ладно, не так плохо. Не так плохо. Мы его вот сразу до второй фазы довели. Еще там какое-то время пожили. Короче. Давай, что ты. Блин, тварь! Ай, в ладошки вспотели. Да он ни разу не смог пробить. У него быстрее удары, чем у меня. Да не надо здесь бить, Миш. Уже сколько раз ты сюда ходил? Ты дебил, что ли? Не надо бить после... Надо второй перекат после того, как он меч тянет за собой. Блин. Ага. Надо его успевать здесь бить тоже, пока он суть доделан. Вторая фаза. Нифига себе! Выпей, немножко осталось. Yes! Аригато. Изи, это было на самом... О, у меня хвост дали. Атрибут рыцаря Гарнила — хвост. Главное — хвост. Ну, я чую, что для дракона я слишком сейчас буду халявный. Впереди дракон. Да я понял уже. Давайте смотрим, что есть. Добрый день. Ой. Смарагд. Дракон блестящих камней. Красивый. Да, это сражение эпические. Сколько урона?
Я понял, понял. Не-не-не. Да-да-да. А-а-а! Коняшка, живи! О, волки же! Что это? А-а-а, это же этот. Волки, как все же заканчиваются. Точно, у меня же фляжка есть, которая там восстанавливает жизнь и уменьшает получаемый урон. Но пока он кажется очень... Ага, понял, понял, понял. Ага, ага. Подскажи, покажите это видео 20 лет назад, никто не понял, что такое возможно отрисовать. Да. У меня было такое же, такое же впечатление после там пары трансляций. То есть ты заходишь такой, типа, что? Как это? И реально люди могли бы просто с ума сойти, я думаю, если вот на определенном уровне ты ему показываешь. Ну, это как индейцу самолет показать просто и все, который продукты приносит. С тебя это... Что, попытаемся еще разок? Попытаемся убить. Он в целом вроде как не такой страшный. Просто не надо урон ловить, и все. Вообще не надо урон ловить. Блин, страшно как, а? О, блит. Блит, блит, блит. Ребят, сработал блит. Упал? Что? Возможно, я мог его добивать сейчас. Вот это оно. Охренеть. Да просто. Смотри, сейчас опять. Ух. Муха, блин. Да. Не-не-не-не, нет. Нет. Я же жал.
Ляжек нет. Да блин! Есть! О-о-о, могучий! Могучий враг повержен! Сколько? Там 14 тысяч душ. В храме драконьего причастия. Драконье сердце. Появилось новое драконье сердце. Драконья сила! Что? Что? Да, босс. Что это за вундервафт? Это пес! Пес на псу! Ребята, фас его! Отсылочка к герою псу. Помните? С мечом в зубах. Нет! О-о-о-о! А нет! 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 Ударь его! Есть! Да! Кто там про 5 часов? Камень памяти. Могучий враг, все дела, 19 косарей. Да, мы там с волками половину хп взяли. Все. Я даже не посмотрел, что у него там за мувсет. Все, пойду отдыхать. Голум, ну, надо раньше подтягиваться. Мы сидим уже почти 3 часика. Все, друзья, благодарю за внимание. Пока-пока-пока.